Аскольд Васильевич Курош. Родился 14 августа 1925 года. Окончил школу офицеров. Воевал на Третьем Белорусском фронте и участвовал в боях под Кёнигсбергом. Награжден медалями за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией. Проживает в поселке Афипском среди любящих его родных. Уважаемый Аскольд Васильевич, поздравляем вас с праздником Великой Победы! Пусть пулеметы не строчат и пушки грозные молчат, пусть в небе не клубится дым, пусть небо будет голубым, не гибнут люди, города, мир нужен на земле всегда!